Также 90 лет назад в клубах пыли шла на Бершеву лихая австралийская кавалерия. И воина Салахаддина, и рыцари короля, латинин Ги, все говорят по-русски. Мы находим массу параллелей в событиях, которые произошли 1000 лет назад. Тренировки, шрамы, травмы. Да и в конце концов, кто сказал, что это некрасиво? Чтобы постигнуть все тонкости этого боевого единоборства, необходима особая лингвистическая подготовка. Без знания иврита этого не получится. Но выигрывать эту гонку или ставить рекорды совсем не обязательно. Это тот самый случай, когда главное не победа, а участие. Али убегал по этой дороге. Ему все-таки удалось добраться до Израиля. Боевики сожгли его дом, престарелого отца выгнали из деревни, а детей взяли в заложники. В Израиле все больше добровольцев присоединяются к акции по экономному отношению к еде. Расхожие фразы советских времен «в Израиле рабочие не доедают» здесь звучит абсолютно буквально, хотя и двусмысленно. Не доедают все, что не доедают, собирают, отправляют неимущим. Это не объекты, это остатки. Я хочу сказать тост. Это самый красивый праздник в Израиле. Дети в восторге, родители в восторге. У нас же самое главное, дети хотят идти в армию. Говорят, что первые километры самые трудные. Проблема заключается только в том, что для некоторых участников мероприятия они эти первые километры могут оказаться и последними. Армия относительно гражданки намного лучше в этом плане. Они мощные, сильные. Это была наша съемочная группа. Настоящий хаммер должен выглядеть вот так. Байкеры, на самом деле, очень большие шовинисты. И женщине очень тяжело. В Израиле разработали новый метод реабилитации трудных подростков. В специальном интернате они не только учатся, но и занимаются дрессировкой служебных собак. Здесь уверяют, если кому-то кажется, что нужно наклоняться и нагибаться, чтобы поглядеть в глаза животного, они ошибаются. Иногда недостаточно встать на цыпочки для того, чтобы оценить все, что делают эти собаки для этих подростков. Если маленькая балла 3,5, он сидит около норки, снаружи. Здесь родилось еврейское государство. Здесь есть святыни для иудеев, христиан и мусульман. Не знаю, становится ли теплее жителям этой улицы древнего города Яффа от того, что здесь написано «Рахов Пушкин», но туристы из России явно испытают здесь чувство гордости. Оказывается, наше все – это еще и наше везде. Большая каменная голова из белого иерусалимского камня, глаз бешеный, бакенбарды. Один веселый человек сказал, что суть любого израильского праздника можно изложить в 3 пунктах. Первое. Нас хотели уничтожить. Второе. У них ничего не вышло. Третье. Давайте покушаем. Голуби – это не только символ мира, это еще и 300, а то и 400 грамм нежнейшего мяса. Наши предки знали в них толк. Вот здесь сейчас порядка 35 тысяч птиц, и они не боятся туристов, потому что знают, приехали люди и трактор, значит, будет корм. Рыба для всех. Как здесь уверяют, именно такие маленькие моря помогут решить всепланетную проблему голода. Когда грузовик поедет, зажгутся лампочки. Главное, чему учат секьюрити, не допустить прорыва пиратов на борт. Минувшей ночью израильская армия захватила арабский город Шхем. Кажется, что не будет службы в Ифлееме в этом году. Последний писк ближневосточной моды. Еврейская куфия, голубые полосы по периметру стандартного белого арабского платка и деликатно вышитые шестиконечные звезды. Издалека они напоминали допризывников, первый раз отправившихся в баню. Но когда ты одет среди тысячи голых людей, чувствуешь себя невольно голым среди одетых. Когда мы снимаем одежду, мы все в форме, мы все люди, мы все часть человечества. Сейчас абсолютно очевидно, что напряжение между сторонами достигло наивысшего предела. Участникам шоу важно определиться, кто ты и с кем ты. Либо ты вместе с зелеными добрыми свиньями, либо с носатыми, но злыми птицами. Все машины, практически израильтяне, все стоят на месте. А мы ездим. На израильском скотном дворе все животные равны, но некоторые равнее других. Поэтому кто хорошо работает, тот должен и хорошо есть. Израильский министр без портфеля Йоси Пелет предложил ввести против США экономические и политические санкции. В ответ из США Йоси Пеледу прислали в подарок портфель. О, Самара, да что, Давид, хорошо. А когда таких представлений, больших и малых, больше 20, и происходят они одновременно, да еще у стен древнего Иерусалима, это зрелище похоже на волшебство. Сказка для детей и взрослых. Красота, как известно, страшная сила, но сила информации RTVI по-прежнему вне конкуренции. Елена Мещерякова, Павел Коган, первый чемпионат Израиля по боди-арту, Тель-Авив.